Сейчас, да, Илья уходит, Илья нас покидает, и на эту сцену выходит лидер и основатель группы «Эпидемия», автор невероятной эльфийской рукописи. Встречайте, Юрий Мелисон! Громче! Господа гости, проверяем микрофоны, проверяем уши. Йоу! Раз, раз, раз. Прекрасно. Всем привет, с днем рождения! Спасибо, Макс! И сейчас будет... А, кстати, вот он же обещал вернуться. Он какая-то, да, обещал вернуться, значит, только банки варенья у меня нет. Сейчас будет невероятная импровизация. Угадайте, что сейчас будет. Вы же понимаете, что мы будем пить кровь эльфов. Будем же, ребятки? Прекрасная эльфийская принцесса Латиэля у нас сегодня нету. Я за нее. Ты за нее. Yeah.